Аптека в шаговой доступности. Жители Новоульяновска, получающие льготные лекарства, теперь могут забыть дорогу до 151-й аптеки областного центра. Государственная аптека открыла свой пункт в поликлинике Новоульяновской больницы. Специальные лекарства хранятся в холодильниках и ящиках. Пустые стеллажи уготованы для розничного товара. Сейчас удобно стало. Раньше ездили в город за 27 километров, а сейчас уже получаем здесь, рядом с домом. Я живу вот на Коммунаров. Это сейчас прям идти 5 минут там. Аптека не единственная радость для пациентов больницы. Само медучреждение с каждым днем все больше радует глаз. Так, в прошлом году 136 окон хирургического корпуса, установленных еще при строительстве больницы, в 1967 году заменили на новые. Полностью видоизменилась ходная группа станции скорой помощи при больнице. Своими силами сделали косметический ремонт в холле поликлиники. На средства здравницы также отремонтировали палату реанимации. Планов на, значит, 2020 год – это демонтаж и замена полностью всех наружных сетей. Дальнейшее, значит, у нас в планах – это благоустройство территории больницы, то есть с заменой бордюрного камня и асфальтирование дорожных переходов. Положительные изменения в кадровой политике больницы. За последние полгода благодаря региональным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работу нашли 11 молодых специалистов. 29-летняя Юлия Аверкова мечтала, как и многие, стать врачом с детства. Она первой из семьи решила выбрать эту профессию и не прогадала. В Новоульяновскую больницу устроилась за 2 дня до Нового года. Работа у меня разнообразная. Я принимаю как врач-дерматолог и врач-венеролог. Сколько случаев? Ну, в день 30. 35 пациентов принимаю. Ну, не сложно. Очень востребована здесь эта специальность. Нет, проблем никаких нет. По специальности я работаю 3-й год. Вообще в медицине около 10 лет. В скором времени в больнице станет еще на 2 специалиста больше. Прием начнут вести инфекционист и окулист. Ринат Алиулова, Юрий Канихин. Новости УлПравда ТВ из Новоульяновска.